не только же работать всегда. Так можно вообще умереть. Все время работать, работать, и так не отдохнешь. То люди вообще устанут и не смогут ничего делать. Но если работать, человек просто устанет. Начнет сердце болеть. И будет тогда бах, и нету людей. Есть выходные придуманные, 2 дня. Но этого мало. Надо отдыхать. Это надо отдыхать. Загорать можно. Ну, летом же много всего можно сделать. Потому что там жарко постоянно какой-то позитивчик. А летом не надо ни в школу, ни на работу, а только веселье, гулять с друзьями на ночевках. Летний отдых – это где отдыхают, и у них нету дел. Еще могут отдыхать в разных местах. На море или дома, или вообще у бабушки. Можно поехать на дачу, в кафешку, в парке погулять с друзьями, дурачиться. Можно поехать к разным вещам и там найти хорошее приключение. Отдыхать можно по-любому. На пляже. Хоть там и жарко. Можно поехать в Сочи на море, но надо помазать челочки и спинку. Там может вся кожа слезть и обгореть. На пляж мы с папой уже ездили в Африку. Там очень жарко, там можно кататься на слонах. Там в Португалии можно отдохнуть, только там море холодное. Уехать в деревню к дедушке и бабушке, на дачу, поесть свежих фруктов. В деревне там петухи и все такое, там ничего не интересно. Картошку копать, делами заниматься. А на пляже просто расслабился, в Крыму, на море, и все. Купаться можно, отдыхать, есть что хочешь. Как это что хочешь? Ну там же, когда ходишь в столовые, и там сам еду выбираешь. А дома тебя мама заставляет там либо суп есть. Можно в городе отдохнуть. Вставать, когда ты хочешь. В садик не ходить. И они отдыхают по-настоящему. Ну я же на летних каникулах математику-то буду делать.